5 по 7 февраля в городе Мичуринск проходил межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения на призы местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. Победив в 5 встречах, команда из города Одинцово завоевала первое место. Вторыми стали волейболистки из Мичуринска, и третье место заняла команда Ивантеевки.